перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Пошли покушать. Итальянский ресторан. Олег нас привел. Очень вкусно. Завидуйте нам. Пацаны, 13 тысяч долларов на руках. Взял себе новые браслетики. Тачка. 1 000 000 рублей, короче. Вот, мои нигеры. Всем привет, мои нигеры. Мы в Барселоне, мои нигеры. Как у вас дела, мои нигеры? Мои нигеры, вы здесь, толстый Винни здесь. Как у вас дела, пацаны? Почему лицо такое пушит, пиздец? Чеканстры, вы в Барсе, вы где? Что вас так мало, 100 человек? Давайте, присоединяйтесь, пацаны, присоединяйтесь. Давайте, задавайте вопросы. Так, сейчас у нас, кстати, придет чел нормальный. Вот. Чел нормальный придет со мной, проведет эфирчик. Привет Лимасу, хорошо, Лимасу. Передам привет из Днепра. Покажи, Олег, сейчас, кстати, пацаны. Харк, смотри, новая харк, трехэтажная квартирка. Давай. Все дела. Он сейчас ведет эфир. Так, иди, Вадим, сейчас кину тебя в черный список. Ты все. Йоу. Дин-дин-дин. Сейчас, Санек, алло. Так, пацаны, вес должен быть, нормальный должен быть у вас вес. Короче, пацаны, как вы смотрите на то, чтобы сейчас провести прямой эфир со специалистом по, блядь, всяким, по похудению, качалке и так далее? Как вы думаете? Спасибо всем, кто поздравлял с победой. Трэп малой, блядь. Иди сюда, блядь, ты где там, трэп малой? Сука. Короче, пацаны, вчера жестко с Олегом порамсили. Вот. Драка была сегодня. Драка, я у Нана прогиб его, бам, короче. У него три дреда вылетело. Ой, да. Вот такая трехэтажная хата, пацаны, кстати. Ну вот. Что ты говоришь, Лера? Так. Футбол. Так, пацаны, секундочку, уйду на 2 секунды. Подождите. Сейчас, пацаны. Кстати, вот он вышел, нахуй, гангстер. Я душ не могу. Так. Приятно, активно. Спасибо, братан. Кизар, да, покачал. Сегодня еще. Сегодня пойдешь заниматься, брат? Да. Сегодня пойдешь заниматься. Вчера я говорю, Кизару нажался, я ему прогиб, на. У него 3D-дреда вылетело. Вот, собирали по кусочкам дреды. Потом Винни подбегает. Подскакивает. Тёмчему с коленом. Винни подбегает, Тёмчему с коленом. Надо! Винни падает. Потом вдвоем Тёмыч с двух сторон. Убираем его. Ну, видите, меня отпиздили он здесь. Опустили, он толстый. Да, жестко вчера было. Бутылка, короче. 42 секунды. Я же скороспел. Толки знают. 42 секунды. 42 секунды, пацаны. Так, он зайдет в эфир или нет? У меня уже мы в топе, как бы эфиров. В эфире. Где он? Как его? Присоединиться? Как его зовут-то, блядь? А. Мой же тренер. С моим онлайн-тренером поговорим. Офигеть. Лютый гангстер. Я подал заявочку. Сейчас мы с ним прямой эфир вместе перейдем. Блин, вкусно, пацаны, вообще нормально. Не видно сейчас, Артем?
Да, видно. Короче, пацаны, представляю вам этого гангстера. Это сладкий качок, вот, который составляет программу для похудения. Вам лютую сделает программу. Сейчас Олега будем сегодня прокачивать по его программе, про лютый. Так что задавайте вопросы, вам поотвечает. Олег, задай вопрос. Да, ребят, всем привет. Я фитнес-тренер онлайн, и я тренирую исключительно онлайн. Всех, кто хочет сделать фигуру мечты, я готов ее сделать. Мне-то набрать надо, не похудеть. Да, похудеть, набрать Олегу надо. Чем надо сделать? Для того, чтобы набрать массу, в первую очередь нужно сделать избыток калорий. То есть вы должны получать больше, чем вы тратите. То есть это должно быть от 2500 калорий для мужчины. То есть вместе с этим должны использоваться какие-то упражнения. Да, это либо дома, либо в зале. Но в первую очередь это питание. То есть результат делается исключительно на питании. Если вот в случае Олега, да, он по телосложению эктоморф, у него сложно идет вес наверх. То есть ему нужно делать именно дробное питание, разгонять обмен веществ, метаболизм. Благодаря этому добавлять очень много сложных углеводов. Да, чтобы мышечную массу, которую мы набирали, она была качественная. Сколько в день надо раз жрать? Этот парень шарит. Нужно кушать 5-6 раз в день обязательно. Ну и в случае Олега это добавлять сложных углеводов и жиров. Жиры должны быть правильные. Это орехи, грецкий орех, миндаль, фундук, рыбий жир, льняное масло. То есть без жиров вес не будет идти наверх. Это запеканка? Это хуй во рту, а не запеканка. Так, ну давайте, пацаны, задавайте нашему пацану еще вопросы. Пока он здесь, из Питера с нами на связь вышел специально для Олега. Сейчас нам расскажет все. Скажу, авокадо, что? Да, тут пишут. Да, авокадо тоже относится к жирам полезным. Это онлайн-коуч. И, ответьте, пожалуйста, что значит фраза «хожу эту суку, бляу». Пацаны, задавайте вопросы. У меня пузо, что делать, помоги. Смотри, если у тебя пузо, то в первую очередь ты должен перейти на изменить свое питание. То есть все зависит от этого. Нельзя брать и конкретно в одной области убирать жир. То есть если тебя бесит пузо, ты не можешь локально взять именно в пузе убрать жир. То есть жир будет убираться по всему телу. Для этого в первую очередь необходимо сделать питание. У тебя должны быть углеводы до обеда. То есть это каши, гречка, макароны твердых сортов, пшеницы, бурый рис. Плюс к этому ты обязательно должен подключить побольше белка, чтобы осталась у тебя мышечная масса. Вместе с этим добавляй жиры полезные. То есть если не будут поступать жиры, у тебя не будут вырабатываться основные гормоны. Это гормоны Т3, Т4, которые отвечают за жиросжигание. Вот, чтобы у тебя эти гормоны выделялись, тебе нужно есть полезные жиры. И тогда у тебя будет быстрый результат. А у тебя пресс есть? Банку показать. Она со мной всегда, а пресс уже под футболкой. А те, кто хочет посмотреть на мой пресс, могут перейти в профиль, и у меня там много фотографий с прессом конкретно. Так, пацаны, меня видно или нет, что я не вижу себя? Меня видно? Да, да, тебя видно нормально. А если не вижу. Форму, да не, форма, смотрите, пацаны, у меня форма с модели. Короче, приходите к этому онлайн-коучу, он вам, блядь, покажет, что такое нахуй. Что такое, блядь, нахуй. Ну что, говори еще, что замолчал, братан? Смотрите, что я вам предлагаю. Вы должны понимать то, что вы можете ехать как бы в двух машинах. Во-первых, никогда не экономите на свое здоровье. Когда вы будете экономить на своем здоровье, у вас будет просто плохое качество жизни, плохое тело будет, плохое настроение. То есть никогда не нужно экономить на этом. Всегда будь сильный духом. Вы должны быть сильны, должны быть в прекрасной форме, тем более скоро лето. Да, и все девушки, они любят накачанных мальчиков, и, соответственно, парни любят накачанных, да, у девушек периодически. Для того, чтобы все это сделать, вам достаточно написать мне в директ. Хочу фигуру мечты, и все, кто придет от Артема, я сделаю скидку 50%. Нереально вкусно, спасибо. Вот, мы будем ставить цель, достигать их. То есть у меня есть готовые решения, я готов это сделать максимально быстро. Я найду кратчайший путь для этого. Малышка, хорошо, да. Я видел там с утра. Слушай, я тоже буду коучинг брать. Да, можно объединяться. Слушай, а можно мне какой-нибудь лифт, чтобы, например, ведение было полностью, ну, чтобы полностью под контроль взять меня, потому что я не могу постоянно. Он постоянно обзывается, там, толстый, вся хуйня. Не, ну я нормально себя чувствую, но я хочу быть прям здоровый. Ну, так, такие дела. Можешь мне там какой-нибудь составить именно?
ну, супер VIP, короче, именно ведение. Есть у тебя такие моменты? Да, у меня, ребят, есть на выбор три разных пакета. Первый пакет — это групповой. Там есть группа, которая составляет план питания, план тренировок, и мы все вместе группой идем к цели. Второй пакет — есть VIP-пакет, это уже индивидуальное ведение. То есть я составляю, исходя из образа жизни, программу питания, программу тренировок. И мы вместе с вами шаг за шагом уже идем к цели. То есть мы будем на связи 24/7. Также есть курс экспресс-результат, он больше подходит для мам, либо у кого слишком много сил, да, и хочет убрать его в кратчайший срок. То есть на экспресс-результате я уже слежу 24/7 конкретно за человеком. И мы уже добиваемся поставленных целей очень быстро. То есть за 2-3-4 недели мы можем скинуть от 7 до 15 килограмм. То есть все реально. Угу. То есть в твоем случае я рекомендую именно тебе курс экспресс-результат. То есть мы будем с тобой на связи 24/7. То есть за счет моего коучинга, онлайн-ведения, я буду постоянно с тобой на Мы будем максимально быстро. Все, кто, ребята, Тарасова напишут, я делаю скидку 50%. Банки, меня, я сразу Артема, пишу, делаю. Слушай, а вот у меня племянник, ему 16 лет. Есть что-нибудь для него там, 1000 за 2, за 5 тысяч? Вот такой вот ценник. Ну да, есть. Мы для Артема, для аудитории, да, тем, кто нет сделаешь, 16 да? лет, да, и они готовы это подтвердить. Мы сделаем скидку. И там специально есть минимальный курс, очень дешевый. За ценами уже пишите в директ. Будем уже идти. Скажи пацанам еще что-нибудь, как им входить. Кому нет, пусть входить. Да, это уборщица. Даже уборщица есть? Да, я в шоке. За эти банки? Уборщица пришла. Артем тут сок пролил, короче. Набухался с утра. Так, ну что, пообщайся пока с пацанами. Так, пишите мне. Все пишите уже в директ, я вам там скину пакеты, какие есть. Вы уже будете конкретно выбирать пакет, какой вам нравится. И здорово. Вот пивом можно накачаться? Конечно, здорово. Можно. Я Ванек. Можно пивом просто накачаться. Как, если как у вас есть вопросы какие-то именно по спортивной тематике, как накачаться, либо что кушать, вам интересно узнать. Держи. Вы можете сейчас пару слов расскажу. Пару слов. Давайте знать, потому что ну, надо мне в час. Заходите ко мне в профиль, смотрите на результаты моих подписчиков. То есть за меня лучше.